На репостнул себе, кстати. Еще. Какой у нее сотку уже давно перебил. Подожди, а Костя что делает? Он новости ВКонтакте читает. Да? Саня, твоя любимая песенка теперь? Это Максимина. Нет, Максимина? Ну ты же ее пел только что прям. Мы ничего не знаем. Короче говоря, мы снимали вызов. Это Серега. Арчак, привет. Как тебя называется Перископ? Какое-то ТВ называется. Какое-то ТВ? Так... ТВ. То есть ты, короче говоря, полностью забил это название? Да. Макс, как тебя называется? Кожаед. Тебя... Очень сложное название, хрен кто поймет. Так. Хрен поймет. Никит, как у тебя называется Перископ твой? Да, о, покажет он. Все долго, просрал свое время. Саня, как это? Алекс Джиджин. Алекс Джиджин, короче говоря, у Сани называется. Вот так. Поздно, Никитка, поздно, все. Всем привет! Это Перископ совершенно неожиданный. Мы только что сняли вызов, и я вдруг решил, думаю, блин, что-то давно никаких трансляций не проводил. Мы все разыграли, все, что должны были разыграть. Я все вам... Никит, мы все уже передали людям? Да. Нет, не все. Вот смотрите, Никитка еще не передал. А ты уже связался с человеком, который? Да. Все отлично, человек обязательно получит свой выигрыш. Что я вам еще хочу показать? Я не знаю. Вот смотрите, у нас есть вот такие два штатива. Как переключается камера? Ну, камера. Во. Вот такие два штатива. Напишите, какой вам больше нравится, серенький или черненький. Кирилл бы, конечно, выбрал бы. Передайте Милашу привет, бесишь. А, Милаш, привет. Милаш, когда на фильм? Сегодня во сколько собираетесь со своими друзьями новыми? На какой фильм? Так они все не идут на день выборов 2. В Москве. Я хотел быть, но я в Питере. Ого, сейчас. Ого, это очень смешной фильм, наверное. Так он это «Квартет И». Ого, это да. Ничего ты не понимаешь, короче. Мне кто-то звонит. Первый был классный. Ох. У них каждый фильм классный. Я передаю эстафету самому весельчаку Никите. Никита, нет, наведи. Никита не может. Я пока поговорю. Ой, я что-то нажал. Да. Давай. Никита, пробуй разговаривать. Друзья, в общем, подписывайтесь на Перископ. На Перископ КЖЕ. Ссылочка в описании будет. В общем, напишите, как вам прошлый вызов. Как вам прошлый вызов? Надо подстригаться, конечно. Уже я уже лохмач. Я ламповый Тиан, говорит, значит, плохо. Передай привет, Саш. Никому не передам привет. Вообще чужой Перископ. Я тут работаю за бесплатно на чужом Перископе. Мне за это деньги не платят. Ни копейки. Ага, давай, да. Ой, дискодел с моим. Огнем подстригись, говорит Полина 6969. Дэдпул не иду пока. Ладно, короче, я косплею Никиту Лола, короче. Эй, не косплей! Я сейчас в туалет. Сейчас, короче, буду косплеить Никиту Лола, буду ходить в туалет. А никто не знает этот прикол. Все знают. Написали, о, как ты здорово косплеешь Никиту Лола, ой, ну какой ты офигенный, а короче, Костя плохой. Пишите так, я вам покажу потом. Не, давайте я почитаю. Сейчас. Макс рулит, привет. Макс рулит, привет, Макс. Фокус. Да блин, ну... Костя, когда где? Костя плохой, все хорошо, все пишут, что... Отстой, да тебе. Костя лох, короче, реально офигенный. Плохой, да. Ты балал, что ли, блин, а? Я так радовался, что я сбил свет. Сбил свет. Сбился он со света. Возьми свет. Итак, что мы хотим вам сказать, что вскрытие уже снято и уже смонтировано даже, и я так полагаю, оно выйдет буквально вот на днях, либо завтра, либо послезавтра. Сегодня выйдет ролик, такой полуэксклюзивный от Samsung, где вы опять будете... срать в комментариях по поводу того, что я не боюсь высоты и будете неправы. Потом я как-нибудь проведу перископ и вам все поясню и все, короче, вам расскажу. Покажу, что я вышел. Покажу, что ой, я... ребята, ой, как страшно. Опасный перископ. Ай-яй-яй. Вот, будем вот так вот делать. Санек, да. Все говорят, скажи что-нибудь. Всем привет. Крикни. Ну, ты-то, Сань, можешь, кстати, крикнуть? Да. Ну, Саня да. Орал на уроке в свое время. Ну давай, докажи. Зачем, Кость, ну, сейчас? Сейчас, подождите. Подождите, переключим. Давай, Саня, докажи, что ты умеешь кричать. Хочешь, я вам покажу, как лев рычит? Ну, давай. То есть ты, Саня, ты второй Никита? А-а-а! Ну, что-то так себе.
Никита. Я уже повторял. Нет, крикни. Да что это, блин? Надо громче Саня? Вообще надо громко просто. А! Ну блин, ну капец, Никита. Давай дальше, следующий. Нет, так ты не крикнул. Ну, ну это уже ближе, конечно, но как-то все равно стрёмно. Вот смотри, давайте покажу, как это надо. Блин, уши закрывайте. Я что сейчас? Да. Нет. А! О! Но, ну, блин, нет, Никит, ну это уже ближе. Опять туда звук ушел. Ну, согласитесь, что нет еще. Ну, Серёг-то орёт какой-то. А, ну, не факт, я ни разу не видел. А! Блин, господи, боже ты мой. Серёг, озвучишь? Давай, 3-4. А! О, есть! Никитка крикнул все-таки. Супер вообще. Никитка Сереге отдельный респект. Никитка читерок. Вот такой совершенно неожиданный перископ. Я сейчас опять буду почаще проводить перископ, так что не отписывайтесь, наоборот, лучше подписывайтесь. Вот, и будем с вами чаще говорить в прямом эфире. Также я все жду, когда в перископе появится функция, когда можно будет кого-нибудь в эфир к себе позвать, да, и он такой в уголочке будет светиться, и с ним можно будет говорить. Это так офигенно было бы вообще. Я бы прям рад был. То есть берешь, например, выбираешь какой-нибудь там микса 2315, да, и с ним базаришь. Нас, в принципе, все. Мне кажется, это интересно. И он такой, ты, Костя, говно, ты, короче, урод и все такое. Хорошо, Сань, что ты мешаешь там? Вот, когда такое будет, перископ, уверен, будет очень-очень крутые. Все, с вами был Костя Павлов. Возможно, я даже сегодня еще раз выйду в прямой эфир, потому что есть что сказать. Опять выходит на связь. Всем пока. Ага. Ага. Да что такое? Опять выходишь на связь? Да ё-моё, она не отключилась.